Если не ошибаюсь, 80-е годы. Когда произошло невероятно сильное землетрясение, более 8 баллов, за несколько минут более 30 тысяч смертей, пол города было уничтожено. Не только жилые дома, но и школы, и различные другие здания полностью разрушены были. И один отец был как раз дома. И когда произошла эта трагедия, буквально через минуту он бросил дома свою жену и побежал к школе. Потому что утром он отвел своего сына в школу. И ты как родитель сейчас очень хорошо понимаешь, чувствуешь, о чем я говорю, да? И на месте школы он увидел только груду камней. И возле этой груды начинали собираться родители. И все смотрели только издалека на всю эту... На все эти камни. И, конечно же, большинство из них невероятно плакали в отчаянии. Трагедия действует так, что они просто стоят как вкопанные, не способные на действия. Ну а этот папа абсолютно без задумываний подошел к этой груди камней. Elszakadtak villanyvezetékek, eltörtek vízcsövek. Понятно, что там было абсолютно все переломанным, как трубы с водой, так и различные электрические провода торчали. Nem csak az omlás veszély miatt volt veszélyes megközelíteni. Поэтому было опасно туда подойти не только потому, что могло еще что-то рухнуть рядом с тобой. Hanem amiatt is, hogy bármikor áramütést kapsz. Но и потому, что в любой момент можно было умереть от тока. Но бывает ситуация, когда опасность не значит ничего для человека. Но этот отец подошел и начал думать, где же все-таки вот тот путь, по которому он постоянно провожал своего сына в школу. И он подошел к той части, якобы, да, вот этого здания, где должен был быть на то время его сын, и он начал по одному, по камню разбрасывать эти камни. Остальные родители, которые стояли там рядом, просто начали ему кричать, чтобы он ушел оттуда, потому что он тоже может там умереть. Кричали ему о том, что уже и так все поздно. Уже наверняка все умерли. А этот папа постоянно им говорил, вместо того, чтобы говорить, просто придите и помогите мне. И приехали пожарники. Они тоже пытались его оттащить от этой груды камней. Но им тоже он отвечал только одно, помогите мне вместо этого. А потом появлялись и милиционеры, и все остальные, все те, кто должны были быть в это время для того, чтобы помочь. И все пытались только его оттуда тащить. Говоря о том, что это слишком опасно, и уже невозможно никому помочь. А он просил от всех только лишь помощи. Но никто не осмелился подойти к нему. Так что этот отец один на протяжении многих часов уже разбирал вот эти камни. Прошло 6 часов, 8 часов, 16 часов, 18 часов, 28, 32. Прошло 36 часов, когда он как будто услышал какой-то голос. Он покричал, он начал звать своего сына. И он получил ответ.
Кисфиам, ты вот ос. И он говорит, сын мой, это ты? Иген, апа. Да, папа. Гере, сегитек кимасни. Давай, я тебе помогу оттуда выйти. Апа, варя, нем чок egyedül vagyok. Он говорит, папа, подожди, я не один. 18-ан vagyunk. Нас 18 здесь. Előbb segítek a többieknek, hogy kimásszanak. Я сначала помогу остальным, чтобы они вылезли. És én fogok kimenni utoljára. И я выйду последним. De kisfiam, miért? Gyere ki te először. Но сын, почему же? Давай ты первый выйди. Nyilván, minden szülő ezt szeretné. Конечно, каждый родитель бы этого хотел. És tudjátok, mit válaszolt a kisfiam? И вы знаете, что ему ответил его сын? Azt mondta, nem apa. Он сказал, нет, папа. Én maradok utoljára. Я останусь последним. Mert tudom. Потому что я знаю. Nekem még ma reggel is azt mondtad. Потому что ты мне сегодня утром еще тоже сказал. Történjék bármi. Сын мой, мальчик мой, что бы ни произошло, пока я жив, ты на меня можешь рассчитывать. Тоже будь таким спонсором, на которого можно рассчитывать. Очень часто по строению бизнеса было такое, когда я думала, боже, почему мне тоже и это нужно делать за кого-то? Ezért fogod megkapni a jutalmat. Именно потому, что за это ты получишь свое вознаграждение. A kitartó munka. Выдержанная работа. Következetes munka. Последовательная работа. Ha fókuszon tartod a szemed. Если твои глаза на фокусе. Akkor nem fognak eltéríteni a mindennapok nehézségeit. Тогда тебя не собьют с твоего пути повседневные трудности. Akkor könnyűvé válik. Тогда все будет просто, легко. Először majd elindulsz ezen az úton, és jönnek a nemek. Сначала ты будешь идти по этому пути, будешь получать ответы нет. Az úton a kátyuk. То же самое, как яма на дороге, да? Oké. És minél magabiztosabban haladsz majd. И чем увереннее ты будешь продвигаться вперед. Jobban hiszel az üzletbe és saját magadban. Чем больше ты будешь верить в бизнес и в самого себя. Annál simábbá válik az út. Тем путь будет чем дальше, тем более гладким. Ígérd meg magadnak valamit. Дай себе обещание. Hogy soha nem adod fel. Что ты никогда не сдашься. Mert te megérdemled. Потому что ты заслуживаешь этого. És én hoztam egy videót neked. И я вам принесла с собой видео. Rólad. А теперь.